Корабли и береговые части Северного флота претендуют на звание ударных. Звание ударного готовится подтвердить первый мотострелковый батальон отдельной арктической мотострелковой бригады из Алакурти. Претендуют на присвоение роты снайперов и специалистов радиоэлектронной борьбы. В гарнизоне уже работает комиссия, состоящая из офицеров из центральных органов военного управления. Всего на Северном флоте пройдут проверку 15 экипажей подводных лодок, надводных кораблей, а также личный состав отдельных подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад.